ну такой рыхлый. Я думал, тверденький. Ой, там горы снежные, ребята. Ребята. Света! Мы на Марсе! Поздравляю тебя! О, всем привет! Это ж у нас мой влог получается. Так, мы опять в путешествие. Ой, в общем, у нас опять путешествие. Сейчас мы в аэропорт приехали. Домодедово, вернее, на парковочку. Сейчас нас трансфером доставят в аэропорт. Домодедово. Аэропортик, конечно, хороший. Но далековатый. Парковка, конечно, здесь подороже, чем в остальных аэропортах. Это побежала, торопится, меня не подождала. Ой, все. Так, Горно-Алтайск, выход С. Угу. Выход С, значит. Спасибо, приятного полета. Убедиться, что ремень безопасности застегнут и затянут. Спинка кресла в вертикальном положении. Столик убран. Подлокотники опущены. Благодарим за внимание. Горно-Алтайске. Температурка тут плюс 6 градусов. Свежо. Свежо, очень свежо. Да, я бы так сказал.
прямо в аэропорту такая палаточка. И всем людям надо обязательно здесь уже надо шапки примерять, покупать прямо здесь вот. Тапочки со смехом, зайчики, мышки всякие, лисички. Но главное шапки, главное шапки. Да, вот он какой, Горно-Алтайск. Вы все время спрашивали, в комментариях писали, какой же Горно-Алтайск? Вот какой. Не поздно? Если в два выехать? Нас встретил добрый дяденька. Садил вот в эту вот штучку. И мы сейчас едем, в общем, на турбазу какую-то, где нас там будет ждать наш гид. Вот, но ехать нам вроде 7 часов. Как-то так. А здесь мы остановились. Просто очень красивая речка. Красивые виды. Пофоткаться. Чуть-чуть поснимать. Алло. Да, вот это вот Алтай. Конечно, да. Светка, как речка-то называется? Катунь. Катунь? Катунь. Бирюзовая Катунь. Вот она такого катунь. Цвета, только осенью. Да, осенью краски вообще просто. Эй! Вот, поднимите. Вокруг горы. Ой, яркий мир. Я Что такое? Мы покатали. Ехали, и тут неожиданно началась зима. Вчера было у нас в Москве почти лето. Прилетели в осень. А здесь на перевале уже зима, блин. Красотища просто невероятная. Мы остановились на привал, покушаем сейчас. Такая вот кафешечка тут. Горы алтайские. И здесь снега не было. А там вот на перевале, где приезжали, был снег. И причем, видимо, так хорошо мело, потому что снега было очень много. Ну а здесь совсем другая картина. Едем дальше. Нет, сначала покушаем, а потом поедем. Придорожный комплекс Гранд. Я здесь. Что будем кушать? Ну там, посмотри, там много всего. Тут много всего, что можно покушать. Сейчас мы что-нибудь выберем. Так. Так, взяли мы
по салатику, по пловчику, чаю, коржик какой-то. За все заплатили 570 рублей. Да, ну и так как у нас по Москве сейчас 8 часов, а здесь на 4 часа больше, поэтому мы обедаем, грубо говоря, без завтрака сегодня. Приятного аппетита. Угу. Еще одна остановка у нас в дороге. Вообще дорога-то называется Чуйский тракт. Здесь вот еще один перевал такой. Рыночек небольшой. Можно купить. Республика Алтай. Перевал Чикетаман. Чикетаман. Правила посещения Республики Алтай. Вот, пожалуйста, знакомьтесь. Будете посещать. Вот. Это значит, мы здесь, а мы движемся вот сюда, в Монголию. Так, что у нас тут с картой? Вот. Место нашей дислокации будущей, Монголия. Ой, такие перевалы напоминают, конечно, Гималаи, Индия. Но здесь все по-другому. Здесь все по-другому. Посвящается трудовому подвигу строителей Чуйского тракта. Вот здесь памятник строителям. И так вот его строили. Рыночек. Шапки, шкуры. Кому надо. Ой, какой тут рыночек. Посмотрите-ка. Шапочки. Козляточки, ребяточки. Фух. Ой, какие тут виды, однако ж. Не, ну мы так, блин, будем долго, конечно, ехать, потому что тут невозможно ехать и не остановиться. Это же, ну, просто что-то вообще-то, с чем-то вообще. Такая красота.
выглянуло солнышко яркое. Да. Свет. А что же за красота тут такая? Алтайская. Настоящая. А, да. Ну тогда сфотографируй. Сфотографируй, как я снимаю. Я пошутил, не надо. Так, вернись. Ну что же, вот мы и добрались до нашего лагеря. Турбазы. Хозяин здесь как раз наш гид Андрей. Вот этот домик, в котором мы будем ночевать. Там, так сказать, нары не нары, ну как, ну короче, цивильненько, потом покажу. Вот домик. Территория. А, ну, самое главное, что там есть туалет внутри. Есть также туалет на улице, если вдруг будет занят. То есть вот нас там в этом домике, сколько нас? 6 человек, по-моему. Все мы там должны разместиться. Там стоит печка, обложенная камнями. Очень жарко прямо даже внутри. Но на улице очень свежо, надо сказать. Да, вот юрты всякие стоят тут. Но в юртах ночью сейчас будет очень холодно, поэтому в юртах нас не решились разместить. А вот машинки, на которых мы поедем куда? Вот сюда. Да. Монголию. Да-да. Значит, вот такие дела. Это, наверное, здесь, когда тепло, вообще особо кайфово. Но сейчас осень, сейчас краски. Так, пойдемте посмотрим домик наш. Ой, как там, тут вернее жарко по сравнению с улицей. Мы еще на экскурсию хотим или тут хотим? Хотим, мы на экскурсию хотим. Печка, труба обложена камнями. От них идет особый жар. Наверху у нас апартаменты. Вот такие вот.
по кому можно посидеть, Свет, Андрей, там, вот здесь можно сидеть, нет, это туда наверх залезать. Гарри у нас, да. Вообще красота. А не видно, наверное, да? Это видно. Ну, чуть-чуть видно. Какая прелесть. Короче, он говорит, я сейчас маленечко занят, попозже, да? Он говорит, а что вы переживаете? В ближайшие две недели почти будут вместе, неразлучно. Я говорю, очень хочется. Так, это значит, у нас будет кухня, да? Ой, какая кухня у нас шикарная. Есть будем конфетки сейчас. Так, мы сейчас прогуляемся по местности, пойдем. Может быть, на экскурсию успеем куда-нибудь съездить, но, блин, сейчас уже по местному времени поздно. Темнеет рано, не знаю, успеем, не успеем. Заброский Марс. Так, вот, мы едем на экскурсию, на первую нашу экскурсию. Мы увидим три Марса и одну Луну. Первый, второй, третий. Но это не одно и то же? Ну, в общем, да. Четыре локации. Должны успеть это все за 2 часа, потому что потом потемнеет. Водитель и похолодает еще больше. Водитель пошел в кафешку предупредить, чтобы нам покормили, когда он нас привезет. Вот. А мы вот на такой буханочке. Вот здесь вот такая вот буханочка у нас. Лекс. Марс, но наш он первый. Опа. А,
Берлина. Просто посмотрите, какая красота. Я думала, что тут такое, а это лебеда. Это лебеда? Да. Ну не беда. Вот именно. Я думала, цветочки какие-то красивые. Он такой рыхлый, я думал тверденький. Ой, там горы снежные, ребята, ребята. Света, мы на Марсе, поздравляю тебя. Когда-нибудь еще будем на Юпитере. Ну, кстати, мы еще на Луне, да, сегодня побудем? Здесь есть локация Луна. Красная планета. Так, вот это вот лебеда, если что. Опа. Так, поехали дальше.